Джордж Браун Продакшн представляет. Рита Тушенгем и Оливер Рид в фильме «Капкан». В фильме также снимались Барбара Чилка, Джо Голланд, Рекс Севеноукс и другие актеры. Художник-постановщик Гарри Уайт, художник по костюмам Маргарет Фёрст, оператор Роберт Краскер, композитор Рон Гудвин, автор идеи и сценария Дэвид Осборн, продюсер Джордж Браун, режиссер Сидни Хайерс. Священник, пароход приплыл. Пароход приплыл. Пароход приплыл. Шейн, Шейн, гляди, пароход. Прибыли наши женщины. Пароход приплыл, на это нет времени. Ева, пароход приплыл. Мама! Мама! Мама, пароход приплыл. Да, я слышала. Сколько раз я тебя просил не кричать в доме? Можно я схожу за почтой? Нет. Мама, ну пожалуйста. Я сказала нет. Пожалуйста. К тому же на этом пароходе привезли наше новое пианино. Сегодня в порту будет находиться всякий сброд. Ну, мама, я сказала нет. Я уже говорила тебе, что мы будем держаться подальше от этих людей. Ладно. Где Ева? На улице. Ева? 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 Не слышишь, я тебя зову? Для нас прибыла почта. Я хочу, чтобы ты пошла и забрала ее. Еще мне нужны нитки, синие нитки. Постарайся не забыть. Итак, 15 волков, 8 рысей и 1 медведь. Так? 15 рысей, 8 волков и 1... А, привет, Ева. Идешь встречать проход, да? Я пойду с тобой. Следи за ними. Обманут и глазом не моргнут. Да, сэр. Сейчас, дитя мое. Проходим, проходим. Вперед. Это заключенные с Востока, Ева. Их будущие мужья оплачивают их штраф и билет на проезд в обмен на гарантию женитьбы. Сейчас они ждут священника. Я рад, что ты не одна из них. Итак, вот оно. Да, и Даша не очень потрепанная.
Пришел конец моей тихой, спокойной жизни в своем доме. Пойдем выпьем. Оно для дочери торговца. Эта чертова вещь стоила целое состояние. А моя дочь не может сыграть ни одной мелодии. Выпей, друг, забудь о своих проблемах. А, Ева. Ева, как поживает моя маленькая молчаливая красавица? За эту зиму ты превратилась в настоящую женщину. В прекрасную молодую женщину. Думаю, моя жена прислала ее сюда за почтой. А, почта? Да, есть. Вот, пожалуйста. Для тебя письма нет, дитя мое. Может быть, в следующем году. Думаешь, она когда-нибудь заговорит? Думаю, что нет. Эти чертовы косоглазые убийцы. Это было за границей? В Монтане. 10 лет назад, в канун Рождества. Всех людей там повесили и поджарили, как свиней. И детей тоже. Ее мать пригвоздили к стене и оставили умирать. В то время Ева пряталась под скамейкой и все видела. Неудивительно, что она онемела. Подходите сюда, друзья. Становитесь в круг. Хорошо, все становитесь в круг. Невеста готова встретиться с их будущими мужьями. После чего мы отправимся прямо в церковь. Итак, это Эбигейл Сондерс. Вдова. Она родилась в Провиденс, Рот-Айленд. Ее родители Эбенизер Сондерс и Мэри Лок. Признаны виновны в аморальном способе заработка в Балтиморе 10 мая прошлого года. В марте этого года отпущена на поруки Джошуа Тёрнбуллу под гарантию оплаты проезда до Ванкувера с последующей женитьбой. Распишитесь здесь, мистер Тёрнбулл. Лабет. Лабет плывет. Джин Лабет. Джин. Приветствую, Джин Лабет. Эй, Джин. Джин Лабет. Я должен идти. А? А в чем дело? Привезли еще меха, а работник у меня там один остался. Эй, погоди, погоди. Еще полбутылки не допили. Джин? Привет, старый ты черт. Баптист, где ты был? Индейцы говорили, что ты мертв. Они сказали, что тебя разорвал старик Адам 2 зимы назад. Старый медведь Адам? Чтобы одолеть Джина Лабета, нужен кто-то посильнее, чем старый медведь Гризли. Но он очень умен, мой друг. Умен, как лиса. Но чтобы поймать лису, нужна другая лиса. Полярная лиса. Какая белая, боже ты мой. Белая, как снег. Под гарантию оплаты проезда до Ванкувера с последующей женитьбой. Лабет, ты говорил, что он мертв. В прошлом году и позапрошлом я заплатил тебе золотом за эту информацию.
Желтый пес и безымянные никогда не говорили, что он мертв. Они лишь говорили, что он покинул свой старый лагерь. Ты проклятый лжец. Пойдем, нитки там. Какого цвета? Синие. Они на верхней полке. Ловлю. А что мне за это будет? Тебе что, заняться нечем? Тихо, тихо. Народ, тихо, пожалуйста. Слушайте меня внимательно. Человек, который купит эту женщину, скорее умрет, чем сможет завладеть ей. За нее уже было уплачено, так что тот, кто предложит максимальную цену, станет ее обладателем. Она, конечно, не молода, но женщина крепкая и может выполнять тяжелую работу. У нее ребенок, кому она такая нужна? Наоборот, это показывает, что она не бесплодная. Итак, я жду стартовую цену и открою торги. Я ставлю $30. $30. Кто-нибудь предложит 35? $35. $35. Кто предложит 40? $40. $45. $45. Кто-нибудь предложит 50? Услышу я ставку 50? $50. $55. $55. Кто поставит 60? Услышу ли я ставку 60? $60. $65. $65. Ставка $65. Кто поставит 70? Кто поставит 70? $70. $75. Ставка $75. Кто-нибудь поставит $100? За эту хорошую женщину кто-нибудь поставит $100? За эту прекрасную зрелую женщину? Итак, $75 ставка этого человека. 3, 2, 1, продано. $100. Слишком поздно. $100, и она моя. Торги закрыты, она уже продана этому человеку. Мои деньги не хуже, чем его. Даже лучше. Эй, убери руки. Спокойно, спокойно. Прекрати, ловец. Торги окончены. Так, привези мне другую, капитан. Тебе придется подождать до следующего года. И есть ли у тебя на это деньги? $750 американских, деньги вперед. 700? 250 за освобождение из тюрьмы и 500 за проезд до сюда. Тогда подбери мне молодую, капитан. Молодую, сильную, работящую. Способную родить много детей. Я заплачу тебе завтра. Ну хорошо, все успокойтесь, успокойтесь. Беги домой, дитя мое, тебе здесь не место. Торговец, где он? У себя в кабинете, но он занят. Позови его. Я же сказал, он занят. Позови его. Ha, 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 ha